Телеграф, привет! Что мы сегодня открываем? Куколка! Это куколка мини-аниматоры. Disney серия мини-аниматорс коллекшн. Рапунцель. Это Рапунцель, правильно. Граф, тебе интересно Рапунцель? Да. Давай открывать. Давай? Давай. Куколки мини-аниматоры приходят в таких милых чемоданчиках. Много разных аксессуаров. Можно я сниму? Конечно. Алиска сейчас распакует чемоданчик и покажет вам куколку. Открывай чемоданчик. Граф, смотри, что у Алиски. Смотри. Это кто, Алиска? Расскажи, что там лежит. Там гитара, вуаль, игрушка, лосочка. Вот такой вот красивый набор мини-аниматор. Куколка Рапунцель. Доставай. И кошечки, гитара и куколка. Будем доставать? Угу. Вот такая вот классная. Лиска, кто это? Лошадка. Это лошадка. Покажи графу. Ему что же интересно? Вот такая вот мини расчесочка. Это для куколки, правда? Красивая? Кто такой зелененький? Игуана. Игуана. Это игуана. Ух, какая игуана. Села графу на нос. Им? Им. Это что у нас такое? Это у нас для рисования палитра, чтобы смешивать краски. А покажи, что это за кисточка. А еще у нас есть такая красивая кисточка, чтобы Рапунцель могла рисовать, да? А это что у нас такое-то? Мольберт. Это мольберт, он крепится. Такой крепеж есть. Смотрите, какой красивый. Можно менять картинки, да? Можно разные картинки вставлять. Будто бы наша Рапунцель художница нарисовала новую картину. Граф, смотри, какой мольберт. Красиво, правда? Держи. И еще у нас есть красивая куколка Рапунцель. Сейчас мы ее тоже достанем и покажем, какая она милая и прелестная. А вот и наша куколка Рапунцель. Она босиком идет. У нее сгибаются ножки в коленках. И есть красивая гитара. Она может играть песенки. У нее красивые длинные волосы, они прошиты. Граф, смотри, какая прелестная куколка. Мама, это я. Покажи графу, Алис. Красивая Рапунцель? И сколько у нее разных друзей, правда? Смотрите, какие классные. Очень суперская игрушка. И к ней много разных аксессуаров. Снимать гитару. И гитару можно снимать. Да. Куколка умеет сидеть, лежать. На пахоте. Такие красивые игрушки выпускает фирма Disney. Платье можно снимать. Единственное, что в наборе нет обуви, но Рапунцель у них во всех коллекциях идет босая. Зато и можно заплетать волосики, делать красивые прически. Правда красиво? Да. Она зеленоглазая, очень милая, у нее курносый носик, веснушки. Очень красивая-красивая куколка Рапунцель. Вот такая вот гитара красивая есть у Рапунцель. Очень интересная. Можно на другие куколки вешать, чтобы они тоже играли из серии мини-аниматоры. А вот и бирочка на нашей коробочке. Написано, что у нас волшебный планшет для рисования, мольберт. Так как можно в него вставлять разные картинки. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока. Зеленый. Ищи такого цвета конфетку и пробуй ее. Она будет либо вкусная, либо невкусная.